дамы и господа, меня зовут Скворцов Александр, я капитан теплохода «Леонид Красин». Спасибо, что приняли предложение посетить капитанский мостик. Я расскажу о судне и о работе. Теплоход «Леонид Красин» построен в 1989 году в Германии. Пассажир вместимость 320 человек, экипаж 100 человек. Часть экипажа несет круглосуточные вахты. Вахта 4 часа, 8 часов отдыха, затем опять 4 часа вахта. И так ежедневно в течение всей навигации с мая по октябрь месяц. Здесь в рулевой рубке 2 человека днем, 4 ночью. В машинном отделении 4 человека несут вахту. Также по палубам снаружи и внутри матросы и горничные несут свою вахту. Главные характеристики нашего теплохода: длина 129 метров, ширина 17 метров, высота от воды 13 метров, осадка 3 метра, максимальная скорость 25 км в час, а скорость движения по маршруту 21 км в час, по каналам 12. В судне имеется три главных двигателя, три винта. Мощность главных двигателей 3000 лошадиных сил. Имеется еще 4 дизель-генератора для электроэнергии. Рулевая рубка, штурвал, сейчас мы используем режим авторулевого, так как здесь озеро, здесь широко и безопасно. Во всех остальных случаях по рекам, каналам движение только в ручном режиме. В судне имеется система GPS-глонасс, которая показывает нам нашу позицию ежесекундно. Спутниковый компас, пульт управления подрулищим устройством, винт носовой части. Набор радиостанций для связи с другими судами и береговыми службами. Система идентификации судов в данном районе. И три пульта управления тремя главными машинами. Колод показывает глубину под нами в данном регионе, сейчас 51 метр. Электронная карта. И магнитный компас.
При плавании по крупным озерам, таким как Ладога и Онега, мы используем такие морские навигационные карты. По ним мы прокладываем свои маршруты и ведем счисление пути. Глубина по маршрутам около 50 метров. Максимальная глубина Онежского озера, по которому сегодня идем, 150 метров. В Ладоге 250. При плавании по рекам мы используем вот такие речные карты. Карта несет полную информацию о реке. Это характеристика и очертания берегов, название населенных пунктов, приметных мест. А также на карте указана глубина, которая гарантируется в течение всей навигации. Радиолокатор в центре наше судно, желтые точки, другие суда, желтые полоски, очертания берегов. Наш курс, скорость и координаты. Наш маршрут составляет 1900 километров, мы проходим 18 шлюзов, поднимаемся либо опускаемся на 162 метра. Самые узкие шлюза – шлюза Волго-Балтийского канала, их 6 штук, шириной 18 метров. А в этот период мы опускаемся либо поднимаемся на 80 метров. Навигация теплохода с мая по октябрь месяц. В зимний период времени теплоход находится в Москве на специальной акватории. Теплоход остается на плаву, он вмерзает в лед, и мы производим подготовку к следующему сезону. В зимний период часть экипажа занимается судном, часть отдыхает либо обучается в учебных заведениях. Большое спасибо за внимание. Приятного отдыха. Экипаж теплохода «Леонид Красин» рад видеть вас на своем борту.